Всем привет! Продолжаем путешествие в мир искусства, описание картин. Эльху Ведер, Плеяды. 1885 год, холст масла 61/95, находится в музее Метрополитен, Нью-Йорк. В греческой мифологии Плеяды изначально были семью дочерьми Титана Атласа и морской нимфы Плеоны. Когда Атласу пришлось нести небеса на своих плечах, Орион начал преследовать Плеяд, поэтому Зевс превратил их в голубей, а затем и в звезды. Их название происходит от звездного скопления, которое созвездие Ориона преследует по ночному небу. Картина Ведера была создана вместе с его первой иллюстрацией «Рубаят Омара Хайяма», представляющей гороскоп Хайяма. Интересно, что каждый из них связан нитью со своей соответствующей звездой. Здесь, возможно, изображен процесс, в результате которого они превратились в звезды. Ну, вот такое небольшое описание картины Плеяды художника Эльху Ведера. Работа находится в музее Метрополитен, Нью-Йорк. Все, пока-пока, до свидания, рассматриваем эту работу.